Какая боль, какая боль. Аргентина и Майка 5-0. К сожалению, такую боль сегодня вызывает недавний матч Аргентина и Майка. В эти выходные Слуцк потерпел 6-е поражение подряд в чемпионате Беларуси. В матче 25-го тура Брестский Рух забил ворота нашей команды 5 безответных мячей. Игра проходила на стадионе спорткомплекса «Брестский». Минутой молчания почтили память умершего накануне председателя футбольного клуба «Нафтан» Леонида Даниловича Подлипского, уроженца деревни Брановичи. Слуцк начал вроде бы и неплохо, но Рух быстро перехватил инициативу, и уже на 11-й минуте в ворота Бориса Панкратова вкатился первый гол. На перерыв команды ушли при счете 2-0. Во второй половине встречи ворота Слуцка раз за разом подвергались нападению быстрых и ловких игроков Руха. Где-то спасал Борис Панкратов, где-то защитники, а иногда просто везло и мяч пролетал мимо наших ворот. А вот с 86-й минуты торсида брестской команды трижды восторженно аплодировала. За 6 минут игроки Руха забили 3 гола. Попытки же Слуцка взять ворота соперника ни к чему не привели. Рулевой Слуцка Александр Кончиц на пресс-конференции отметил, что ответственность за проигрыш берет на себя. Нельзя сказать, что футболисты Слуцка играть не умеют, скорее не хотели. Это удручает. Не нашлось лидера, который встряхнул бы команду, повел за собой. Играть ребята могут, каждый в отдельности обладает и мастерством, и мышлением, но футбол – командная игра, сплоченности, нацеленности не было. Было много брака, какого-то сумбура, не хватило кому-то футбольной страсти. Наверное, не достучался, не доработал. Такой вот печальный итог. В 7 из 8 матчей второго круга Слуцк проиграл. 6 мячей забито, 22 пропущено. Теперь наша команда на 14-м месте. Дублеры сохраняют 10-ю строчку в таблице, сыграв в ничью 1-1 с резервистами Руха. 2 октября в матче 1/8 финала Кубка Беларуси встречаются Слуцк и Шахтер. Игра пройдет на стадионе Городской, начнется в 16:00. И все-таки поддержим команду нашего города.